Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Наконец-то я до вас дозвонился. Вот подскажите, пожалуйста, вот сегодня у меня увеличился тарифный план с 410 рублей стоимость тарифного плана на 470, на 15%. 2 февраля я разговаривал с вашим менеджером, где я в устной форме сказал, что увеличивать мне ничего не надо. У меня две симки. По одной симке, по первой, где номер 930-350-59-93 я выслал, значит, смс-ку. Это было 30 января, а 2 февраля я разговаривал с вашим оператором. Сегодня пришло смс сначала, что готовьте 410 рублей, все нормально. А потом оказалось, что списывается 470 рублей. У меня недостача каких-то там денежных средств. Пожалуйста, объясните, вот, с чем это связано. Мне новый тариф не нужен. Мне, я каких-то изысканий и предложений со своей стороны не уступал. То есть вы мне так навязчиво, целенаправленно говорите об увеличении тарифного плана в моих интересах. Хотя моих интересов я тут особо не наблюдаю. Вот с чем связано? Объясните, пожалуйста. Я пользуюсь вашим тарифным планом с Мегафона с 2017 года. То есть я старый тариф, старый клиент. Я просто хотел, знаете, вот мне просто это обидно немножко, как-то из-под тишка. Когда я разговаривал, даже смс-ку посылал по другому номеру. Мне взяли, увеличили. При этом, вот я сейчас вот пытаюсь с вами дозвониться, 42 минуты. Это нормально, вот так вот, 42 минуты. При этом это вторая попытка. Это вторая попытка. Нет, я понимаю, конечно, нагрузка. До этого там ваш этот интеллектуальный ответчик предлагал мне там решить вопросы, связанные с какими-то похищением денежных средств, там еще что-то, оценить ее услуги. Ну, в общем, все что угодно, только не решение проблемы. Угу. Вот, пожалуйста, решите мою проблему. С чем это связано? Я не хочу. Вот я называю даты. 2 февраля разговор с вашим оператором, где я четко сказал, мне увеличивать не надо. То есть слово мое, оно ни во что, ноль ставится. То есть так получается. То такие же проблемы будут по 930-350-59-93, я думаю. Потому что на следующий день, когда я выслал смс-ку через чат, мне позвонил ваш человек и стал говорить, что оказывается тарифные, то есть архивные тарифы не действуют, что надо вот увеличивать на 70 рублей срочно. У компании Мегафон денег не хватает. И вы что там, вас вообще в счет не берем. 15%, да фигня 15%. Что это, не деньги? Да, я пенсионер. Мне на 7% увеличили пенсию, даже может меньше. А у нас Мегафоны 15%. В одностороннем порядке. Это нормально вообще? Я прошу прощения, вы дадите мне, пожалуйста, возможность ответить на ваш вопрос. Ну, давайте, ответьте, пожалуйста, я жду. Действительно, вам 2 февраля звонили с предложением тарифного плана, который называется «Персональный 3.0 с переносом остатков». И вы от него, как я вижу, отказались. Да, я отказался от него. Вот то, что у вас сейчас произошло, что изменение цены и добавились как раз новые опции. А мне они не нужны опции. Зачем мне там какие-то там, ну понимаете, для чего они нужны? Меня устраивал старый тариф. Ну для чего? Вы мне улучшаете услуги. А зачем? У меня увеличивается стоимость услуги. У меня две симки, понимаете? Две симки вашего оператора. Вот 930, вот по нему тоже, посмотрите ради интереса. Мне позвонил опять же ваш мужчина, ваш менеджер сказал, что архивный тариф не действует. Я отказался смс-кой в ваших правилах. На следующий день звонок, что оказывается надо платить больше. Зачем? Почему? То есть я просто должен по воле свыше платить... За что? Я те минуты, которые я имею, я их не выговариваю. Мне их не надо там, я их просто не выговариваю. И суммировать мне ничего не надо, потому что мне достаточно того, что я имею. А вот по тому номеру вообще разговаривал минимум. То есть две симки, одна 360 рублей, другая 410. 770 рублей за месяц, это не деньги, оказывается. Так что ли получается? Ну вот то, что у вас сейчас здесь происходит по тому номеру, с которым мы сейчас общаемся, здесь вам 22 января было отправлено смс-сообщение о том, что у вас... Ну я вам рассказываю, как вы делаете, ребят. Ну как вы делаете? Смс это просто фикция. Я устно ответил вам, что нет, понимаете? Устно сказал вашему человеку. От какого другого? Вам предлагали персональный тариф, который у вас есть даже в разделе «Для меня». Ну я же не поставил, у меня есть раздел, я должен поставить согласен, там принимаю, я этого не сделал, ребят, я это же не сделал его, правильно? Там есть два предложения, ни на одном предложении я не поставил, значит, галочку и не согласил, не кликнул на него, правильно? Так было ведь? Вот от этого предложения из личного кабинета у вас стоит отказ. Ну я отказываюсь сейчас еще раз, говорю, я сказал с устным, но мне не надо это, зачем мне это надо? Хотите, я просто вот перейду с этим номером, ну к любому, из принципа. Там, иду МТС, Билайн, какие там еще есть операторы. Ну просто, так вот, из-под тишка, когда я сказал, и то же самое потом звонки идут. Когда я отказался в чате, идет звонок по другому номеру с объяснением того, что ты сам дурак. Мы хотим сделать тебя счастливым. Ну не делайте меня счастливым, сделайте меня немножко грустным. Но со старым тарифом.
вернуть предыдущие условия, к сожалению, уже нельзя. Единственное, что могу вам здесь предложить, это подключить бонус. В течение полугода вам будет возвращаться на счет каждого первого числа 65 рублей. Понимаете, вот то, что вы мне говорите, уже было один раз. Понимаете, вы делаете то же самое. Я же увеличивал тариф. Хотя у меня, опять же, вот вернемся к вашим обещаниям, к вашим честным словам. То есть, когда я делал тариф, там, значит, мегафон стучал в грудь и говорил, в течение, значит, бессрочно увеличивать тариф не будем. Это было сказано. Увеличили в одностороннем порядке. То же самое, значит, я позвонил, мне сказали бонус в течение полгода. Да, там было, там, не помню, 360 или сколько там, но было меньше суммы. Теперь 410. За год вы делаете еще повторное увеличение до 70 рублей, при этом говорите, что ничего сделать не можете. Ну, согласитесь, ну, нехорошо. Ну, нечистоплотно это как-то. Конечно, можно правила написать... Подождите, правила можно написать под себя любые. То есть, и дураком всегда окажусь я в конечном итоге, понимаете? Ну давайте, чтобы мои интересы тоже учитывались. Я клиент с давнишним стажем. Я всегда платил вовремя. С 17-го года по этой симке, потом с другой симки. Вообще там не разговаривал. Я плачу. Зачем вот так надо, а? Я сказал, что не надо. А уж там играть. Я вообще не понимаю, что вы там говорите. Я понимаю, что вы хотите. Я хочу просто, чтобы было понятно и просто. И как можно меньше. Вы мне предлагаете как можно сложнее и как можно дороже. Зачем? Я вижу, что у вас не подключен отказ от апгрейда. Именно поэтому сейчас в качестве компенсации я предлагаю вам все-таки подключить бонус на полгода, чтобы хоть как-то компенсировать. Это сколько будет? Это сколько тогда будет? Тогда вы будете платить так же, как и прежде, в течение полугода 410 рублей. Ну, вот видите, ну, согласитесь, а компенсацию моральную за страдания, за то, что, понимаете, у меня поимели, вот. Вы мне предлагаете вернуться, у меня сначала поимели, и иметь будете дальше. А потом сказали, а давайте-ка, ладно, дыши дальше, молодой человек или старый человек предпенсионного возраста, дыши дальше. Ну это нехорошо, а компенсация какая будет? За страдания, за обман, это же обман, по большому счету. Да какие 6 месяцев? Вот, ребят, понимаете, вы своими вот этими действиями, значит, ну понятно, вы добились своего. Ну, репутация-то ваша какая в итоге, конечно, получается? Других предложений, к сожалению, для вас сейчас нет. Либо мы с вами подключаем бонус 65 рублей, либо просто я больше ничего вам не могу предложить. Ну, давайте включаем бонус 65 рублей тогда, ну, согласен. Просто я записываю, я выложу в интернет все это. Вот у меня есть канал, я выложу это все. Это будет не очень хорошо, понимаете? Ну, нехорошо это как-то вот. Я по-честному, по-человечески сказал вашей женщине, там, девушке, ну, не надо мне увеличивать никакой тариф. Потом по другому номеру, по 930-350-59-93, то же самое было. Он был за звонок, там даже было выполнено все ваши условия. В чате я направил, значит, смс. Что? Не слышу. Здесь вам бонус 65 рублей, я вам подключила. Сейчас проверю, что там по второму номеру было. Да, проверьте то же самое. Там не изменили. Просто я уже с содроганием жду. Там 11 число, дня оплаты вот по этому второму номеру. И при моем отказе, при выполнении формальных действий, я думаю, что будет то же самое, что и здесь. Или переведите меня. У вас зафиксирован отказ от изменений, поэтому вы останетесь на тех условиях за 360 рублей. Ну, то есть все-таки там ничего не будет. Это честно, да? То есть я могу спать спокойно. Просто я записываю. Да. Я записываю на телефон. Я выкладываю все это в YouTube. На канал свой. Mm-hmm. То есть, ну, извините, по этому номеру у вас все будет в порядке. То есть, мне вот, смотрите, сейчас у меня задолженность, правильно? То есть, мне что нужно сделать вот по первому номеру? Так, сейчас я опять к нему приду. Mm-hmm. Пока на втором смотрела. Так. Здесь у вас сейчас 51 рубль задолженности. То есть, я должен доплатить, и с 1 марта буду платить так же, как раньше. Правильно я понял? Вы говорили про моральную компенсацию, но максимум, что мне доступно, это подключить 50 рублей вам на счет. Просто. Ну, если это... Вот. Если... Но рубль 90 доплатить все равно нужно будет. Нет, ну давайте я даже 10 заплачу, но суть-то не в этом. Ребят, я вот, понимаете, я хочу, чтобы это было вот по-человечески. Вы же люди, и мы люди. Мы должны же понимать, я... Да я вас прекрасно понимаю. Ну как-то вот, согласитесь, надо договариваться. Ну, давайте так, то есть я плачу 10 рублей, вот там компенсацию 50 рублей, 10 рублей, там 9 рублей еще на счете стоит. 50 рублей уже подключила, бонус вам на номер также я подключила, он начнет действовать с 1 марта. Вот рубль 90 нужно заплатить сейчас, чтобы уже начать, точнее, пользоваться вы и так можете, просто чтобы не было задолженности. Ну все, спасибо. Как вас зовут? Давайте увековечим ваше светлое имя. Меня Евгений. Меня зовут Анастасия. Ну, Анастасия, большое спасибо за интонацию и за понимание, самое главное. Ну, серьезно, вот я немножко был на взводе, реально говорю. Я вот сегодня вообще негодовал. И то, что как долго не могу дозвониться до вас, тоже немножко коробило. Я вас понимаю. Спасибо. Я же сама такой же пользовалась. Во, вот это самое главное. Мы же все как бы... Ну, сегодня вы оператор, а завтра вы будете так же в другом магазине получать тоже какую-то некачественную услугу. Согласитесь, это не совсем хорошо, правильно?
Поэтому надо чувствовать. Да, вы абсолютно правы. Спасибо, спасибо, Анастасия. Спасибо, извините, что я, может быть, что-то. До свидания. Спасибо вам. Ну, вот так вот мы решили проблему с Ответьте, мегафоном. Пожалуйста, на три коротких вопроса.